Здравствуйте, дорогие читатели сайта «Куплю интернет» и зрители канала «Куплю интернет». В данной видеоинструкции я расскажу вам о том, как выбрать варианты конвертации в аккаунте PayPal, чтобы сэкономить свои кровно заработанные деньги. Сейчас мы находимся на главной странице «Мой счет». Необходимо пройти во вкладку «Профиль». На вкладке «Профиль» нас интересует кнопочка «Мои средства». Здесь информация о вашей банковской карте, привязанная к данному аккаунту. Нас интересуют мои предварительно утвержденные платежи. Кнопочка «Обновить». Смело жмем на нее. Оказываемся в моих предварительно утвержденных платежах. И здесь нас интересует ссылочка «Задайте дополнительные источники финансирования». Пройдя по этой ссылке, оказываемся управление источником финансирования, и здесь видим, что привязана данная банковская карта Visa. Нажимаем кнопку «Варианты конвертации», и вуаля, оказываемся там, где нам нужно. Выбор варианта конвертации. Здесь два варианта конвертации. Есть первый, который подразумевает конвертацию PayPal по не всегда выгодному курсу, и второй вариант конвертации, который подразумевает конвертацию банком-эмитентом вашей банковской карты. Зачастую это более выгодный способ конвертации, который позволяет сэкономить ваши кровно заработанные средства. Я рекомендую вам выбрать именно этот вариант конвертации. Ставим галочку, нажимаем кнопочку «Отправить». Все просто и доступно. Выбрал вариант конвертации. Сделан. Нажимаем «Сохранить». И приступаем к безопасным покупкам через интернет с помощью PayPal. Спасибо за внимание. Всего хорошего.